Специально искать технику и сотрудников дурсервиса не нужно. Ощущение, что в эти дни они повсюду. В Ленинском районе более 300 километров автомобильных дорог, порядок на которых контролирует муниципальное учреждение «Дорсервис». С 20 марта на них началась подготовка к летнему сезону. За зиму на дороге было нанесено более 12 тонн песко-соляной смеси. Теперь все это необходимо убрать. Впрочем, уборка ведется не только на дорогах, но и вдоль них. Фронт работ довольно внушительный. В подготовке дорог к летнему сезону участвуют более 30 сотрудников дорсервиса. В своей работе они используют 40 единиц техники. Это грейдеры, погрузчики, экскаваторы, подметальные и поливомоечные машины. Мусор убирают и с помощью специальных вакуумных пылесосов. Иногда работа сотрудников дорсервиса создает проблемы для водителей. Но движение, если и прерывается, то не больше, чем на пару минут. По признанию самих коммунальщиков, апрель – самая горячая пора. Именно в это время необходимо помыть дорожные знаки, бордюры, металлические элементы и ограждения, обновить дорожную разметку. А на протяжении лета нужно будет просто поддерживать порядок на дорогах. Уборка дорог продлится еще около недели. Во второй половине апреля начнется нанесение разметки. Работает дорсервис и с памятниками. Их на территории Ленинского района немало. Скоро будет праздноваться 90-летие муниципалитета, а значит, необходимо привести в порядок и эти памятные знаки. Многие из них давно не видели ремонта. Работу планируется завершить в течение 2-3 недель. Впрочем, когда речь идет о сроках, в дорсервисе предпочитают не загадывать. Планы свои коррективы может внести переменчивая весенняя погода. Руководство дорсервиса обращается к водителям и просит с пониманием относиться к технике, которая сейчас работает на улицах города, ведь это делается для нашего с вами блага. По району дежурили Максим Козлов и Сергей Ларин. Видное ТВ.